большинство ударов наносится, условно говоря, линейно, то есть точка старта, точка контакта и по линии забрали. Это хорошо, когда мы работаем с двух рук. Одна мощно вкручена, вторую. Это удобно. Если же мы говорим о нанесении серии мощных ударов, то будет очень большая пауза. Нам нужно зарядиться. Чтобы этого избежать, надо закруглять движение следующим образом. То есть мы наносим точку контакта, после чего по кругу забираем. И таким образом мы можем наносить несколько мощных ударов, не останавливаясь, а наоборот еще больше разгоняет. На примере трех основных: боковой, прямой и апперкот. Закручиваем не только руку, мы работаем весь корпус. То есть если смотреть вот такое движение. Прямой. Боковой. Основное, то есть у нас таз ушел, пошел вперед, плечо пошло по кругу, локоть выстраивается куда нужно. Апперкот, соответственно, в другую сторону. Тактический вариант, то есть вы дальше можете сами разрабатывать. Например, человек стоит закрыт, мы не можем сразу пробить мощный апперкот, поэтому мы, делая закольцовку, первым движением вскрываем и наносим именно вот вспарывающий, раскрыть и войти. Опять же, он перекрыт для бокового. Раз, два. Мы это рассматривали, когда работали тему ускорения. То есть бам-бам-бам-бам. Наша задача всей массы зацепить. То есть одной рукой, когда он жестко стоит, мы не собьем. То же самое, если мы работаем прямые. Рука пошла вперед массой, не пальцами, мы пригружаем чуть-чуть и по кольцу вход вперед. Достаточно небольшая амплитуда, как раз подходит для работы в клинче. Таким же образом мы можем начинать свои действия. Конечно, лучший вариант — это сразу взорваться с места, чтобы не заметить противник, чтобы шокировать. Но если мы хотим первый же нанести мощный, мы можем его разогнать, не отведя ярко руку и плечо назад, а именно закольцевав, то есть что вперед, мы как бы чуть-чуть оседаем и наносим удар. То же самое с боковым. Короткое движение, у нас плечо ушло, ударил. То есть если говорить по яркому движению плеча, вот оно должно быть. Но мы это сокращаем. Работа в телефонной будке. Ну и, соответственно, апперкот. Чуть-чуть по кольцу вывели и взорвались. Взорвались!